Уральский следопыт – это журнал, который уже более чем 50-60 лет существует на Урале, прилегающих территориях. И у него есть такая традиция. Те люди, которые помогали следопыту, писали хорошие статьи, с начала 60-х годов награждались почетным знаком следопыт. Вот подобно. Как вы? В 2023 году подобным же значком «Следопыт» награждаются два активных автора. Это Вехов Николай Владимирович из города Москвы этим знаком. Он будет ему отправлен. И Затонский Андрей Владимирович из Пермской области. Это подлинные значки начала 1960-х годов, которые были изготовлены редактором, заместителем и коллективом еще в те времена, и которые до сих пор сохранены и вручаются активным участникам, авторам этого журнала. У меня все.